I love you, little love you, son of a babu. Вообще, как не заезжаешь, постоянно вот эту улицу я вижу, ее сколько уже, года два, да, этой Алматинской области, до сих пор здесь делают вот эту вот аллею или что здесь, тротуары, до сих пор. Кто бы, да, мог представить, что вот эти квартиры, да, вот это у нас примерно как на Кирилёва в третьем микрорайоне, вот, планировка квартир. Сейчас одна квартира в аренду такая стоит здесь 220-280, копчегай заряжается. Вторичка, старые дома. Что странно, да, стоят фонари, но они не включены. Можно было бы, наверное, давно их подключить, чтобы было освещение. Вот. Едем по Копчегаю, Конаев ныне. Это вот улица Железнодорожная в Копчегае. Тоже, смотрите, фонари стоят. Зачем их ставили? Вот куда бабки девают? На эту улицу вбухали почти под 5 миллиардов тенге. То есть мы сейчас едем по 5 миллиардам тенге, прикиньте, на улицу в городе. При том, что, смотрите, одна половина горит фонарей, другая половина не горит, не включена. Здесь на улице даже газон не постелили, вообще не доделали, такое ощущение, да, складывается. И вот все, на вот эти тротуары, остановки где-то примерно, ну, может быть, не знаю, там даже 10 километров не будет здесь улицы. Видите? Какое-то вот такое ощущение, что вот улица недоделанная. Где-то примерно, ну, за ее минут, наверное, 5 проедем же. За минуты 3, наверное. Минуты 3, наверное, да, проедем где-то примерно. И все, 5 лярдов почти ушло на улицу. С тротуарами, да, получается, капиталка, да? Сидишь, и вот тротуары такие неосвещенные. Даже, смотрите, не включают эти вот фонари на тротуаре. Можно же включить все это постепенно, постепенно. Не сделано. 2 года эту улицу делают. И до сих пор не могут доделать. Вот говорят у нас, да, что вот Конаев, например, да, здесь все деньги ушли. Он будет развиваться там. Много очень мифов, но за вот именно всю историю, сколько вот уже третий год пошел, того, как именно Копчегай, да, стал центром Алматинской области, да, здесь, ну, прям такого глобального, ну, ничего прям не произошло. Здесь даже полос не нарисовали в этом сезоне, я же вижу, вот, например, сплошная, например, есть двойная, да, которая вот зебры и так далее, по-моему, даже, ну, не освежили. И сюда вот вбухали, представьте, сколько бабла. Здесь на Алматинской улице ездим, например, в Копчегае, и вот только вот я увидел, что изменилось здесь Конаев, где-то надпись на Сити Плюсе и все. А так, видишь, ну, где-то ЖК построили, да, там, за счет, наверное, частных средств.